Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказа на сайте Рандеву. Много интересного, итак, поехали. Упаковка, как всегда, на высоте, вот такая вот плотная пупырочка большая. Что же у нас с вами здесь? Сегодня пройдемся по бренду Гималая. Обратила внимание, что на сайте Рандеву очень большое количество продукции этого бренда, а он мне вообще нравится. Вот из того, что я пробовала, это бюджетный бренд с реально работающими средствами. Будем проверять на самом деле. Взяла детокс-маску с углем, с активированным углем и зеленым чаем. Смотрите, так в пупырочке все приходит, прям информацию. Потом с вами посмотрим, почитаем. В общем, детокс-масочка, потому что сейчас уже на теплое время года хочется вот именно такие продукты. Зимой все было питательное и так далее. Скидочку 10% на Рандеву вам всегда оставляю в инфобоксе. Проходите, смотрите. От 2500 10% скидка. И еще на Рандеву классная накопительная система балла за отзыв. То есть вы пишете реальный отзыв на товар, который купили, вам за это начисляют баллы, потом вы их списываете при заказе. Выходит очень выгодно. Увлажняющая маска. Так, маска-пленка. Да, давно не делала маски-пленки, девчонки, мне так захотелось. Несколько штук их есть у Гималая разных, с огурцом и миндалем. Вот такой будем тестировать тоже с вами. Так, здесь у нас детокс-мусс для умывания с активированным углем. Вот такой вот, смотрите, черненький. Классно вообще, прям состав хочется посмотреть. Вот состав, кому интересно, показываю. Будем тестировать все с вами вместе. Так, здесь у нас пасты, очень выгодная. Выходит пасты на Рандеву, бывают акции. Я попала на акцию, взяла вот такой президент Sensitive для себя, для чувствительных зубов. Попробую, мне кажется, я брала, но очень давно такую. И еще у нас что? Sensitive от Гималая. Такую пасту я уже пробовала, мне понравилась. Действительно, снимает чувствительность зубов. Прям вот вообще классно-классно. Эксперт по деснам. Паста классная, все супер. Так, дальше. Моя любимая тушь. Это L'Oréal, вот это вот зеленая, Volume Million Lashes. Люблю любовную любовью, и с ней можно сделать вот прям кукольный взгляд. С ней можно сделать эффект наращенных ресниц. С ней можно сделать и естественные реснички, если хотите, с первого слоя. Она хорошо прочесывает. Можно наслоить. Она не создаст комочков, она не осыпается, не отпечатывается. Нереально крутая тушь. Вот нереально. С изогнутой кисточкой. Вот тут кисточка нарисована. Я вам ее уже много раз показывала. Она очень-очень крутая. И для меня сейчас самая лучшая тушь. Беру на Рандеву. Почему? Потому что боюсь на других сайтах и маркетплейсах нарваться на подделки. Потому что вот девочки мне писали в Телеграм, что у них она снимается кусками. У меня она кусками никогда не смывалась. То есть она смывается мицеллярной водой, размазывается, грубо говоря, по диску, но никаких кусков у меня никогда не было. Девчонки брали, я так поняла, в других магазинах, поэтому не знаю, что по этому поводу, если честно сказать. Дальше у меня от Focalur вот такая вот пудра для бровей. Здесь целый такой интересный наборчик, все будем с вами, пудра, тоже сказала, мыло. Будем с вами тестировать, потому что мои брови вообще очень тяжело поставить, у меня толстые волосы, брови такие совершенно непослушные, и мне захотелось этот продукт тестировать. Хвалят, вообще хвалят. Так, дальше у меня здесь тканевые масочки от Гималая. Вот такая у них тоже есть, представляете? Это у нас с вами что, для чего, зачем и почему? Где русский язык? Витамин С, 100% натуральный хлопок, тканевая маска с гиалуронкой. Попробуем. Так, дальше еще одна вот такая тоже Гималая. Смотрите, как бренд разросся, да? Был представлен, я помню, только в Галамарте и Фиксе таким узким ассортиментом. Так, это у нас с лимонным экстрактом чайного дерева, но тоже для жирной кожи. Я вот такое все в этот раз набрала. И не Гималая, а еще вот такая вот коллагеновая тканевая масочка. Интересненькая. Так, дальше, девчонки, вот это вот шампунь, про который я уже начала было рассказывать своим девочкам в Телеграм, который меня покорил. У меня уже была такая малышка и осталась, кстати, у меня был полный набор: шампунь, маска для волос и несмывашка. Есть они у меня, потому что я их очень экономлю. Не бюджетные, сразу хочу сказать, надо искать. Это 100 мл, есть объемы больше. Не бюджетный шампунь, это у нас с вами Love Aesthetic. Но это единственный на данный момент шампунь, который создает прикорневой объем на моих волосах надолго, и в то же время волосы по длине выглядят просто шикарно. Просто шикарно. Я не могу вам описать даже, но
Это невероятно крутая серия для волос, которые быстро жирнятся у корней, для тяжелых волос и так далее. То есть объем просто великолепный. И голову с этим шампунем я мою реже. Я обожаю эту серию. Это профессиональная линейка, действительно профессиональная. Я видела, она есть на маркетплейсах представлена, но я опять же доверяю в этом плане рандеву больше. Потому что защиты от вскрытия, я так понимаю, нет никакой. У нас там с вами, я забыла, по-моему, нет никакой. И такие дорогие продукты на маркетплейсах я брать опасаюсь. За качество на рандеву я могу ручаться, а вот там нет. В общем, меня поразил этот шампунь. Волос выглядит великолепно. Волос, что ли, толще, плотнее, объемнее. Никакой пушистости нет, нет. Сухость, но если только одним шампунем, может быть сухость. Но опять же, кончики, конечно, мы всегда увлажняем, поэтому тут разговора нет. В общем, покорил мне этот шампунь, девчонки. Обещала вот рассказать и вот рассказываю. Так, вот как раз у нас с вами по баллы за отзыв и так далее. И здесь у нас подарочки, как всегда, внизу там накладная. И два подарочка, два вот таких вот пробничка. Фокус, вернись. Так, что это у нас? Что это у нас? Анжелин. Анжелин, по-моему, те же самые пробнички, которые мне приходили в прошлый раз, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, все попробую, потом все расскажу. Так, ну что, пенку и маску-пленку мы с вами попробовали в предыдущем ролике, а теперь мне безумно интересно попробовать мыло для бровей от Фоколюр вместе с вами. Инструкции у нас здесь на русском языке нет, по крайней мере, на коробке. Все на английском, будем разбираться. Так, что у нас здесь в комплекте? Сразу скажу, у меня брови очень привередливые, не Люкс Визаж, не Вивьен Сабо, не Фаберлик, я имею в виду средства для фиксации бровей, не держит. Очень толстый волос, поэтому прям вот тяжело. Так, бумажки тут никакой нет. Ну, в принципе, что у нас здесь? Первое, пожалуйста, не делайте на макияж. Это понятно. Мне интересно, нужно... Ну, нет, мочить, я думаю, ничего не нужно. Потому что мылом я, на самом деле, впервые для бровей пользуюсь, но слышала очень хорошие отзывы. Так, держите подальше от детей. Нет, ну тут ничего такого нет, в общем. Все по-английски, но полезного ничего нет. Вот такая вот коробочка интересная, железная. И вот такая вот кисточка. Она прям вот такая. Так, как у нас все с вами это дело открывается? Вот так у нас все это дело открывается. И здесь абсолютно прозрачное что-то. Ну, мыло. Не что-то, конечно, мыло. Так, давайте пробовать. Мне интересно уже. Мы должны с вами как следует пальчиком потрогать. Вообще, мыло это нужно мочить или нет? Оно прям вот такое вот, даже не проминается, что-то очень-очень густое. Давайте пробовать на сухую. Нет, на сухую не получается. Кисточка не набирает это мыло. Она вроде как тут елозит, елозит. Только гнется. Скорее всего, нам нужно немножко помочить. Логично? Логично. В общем, кисточку сейчас помочу. Ну вот теперь даже начинает немножко пениться. Я прям слегка-слегка кисть смочила. И средство уже на кисть набирается, беленькое. Сейчас и брови будут белые. Давайте пробовать. Так. Мои брови вообще очень тяжело на самом деле поставить. Ничего их не держит. Даже лаком для волос пробовала. Они вот как хотят лежать, так и лежат. О-о-о. Так, я сейчас зеркало возьму, чтобы наблюдать, что у нас с вами получается. Слушайте, стоят. И белого ничего на бровях не видно. Прикольно. Встали. Разница какая, да? Сразу как глазик поднимается. Хотя вроде бы они у меня и так не низко. Но сразу какая разница, когда бровки вверх зачесаны, когда не зачесаны. Прямо огромные. Давайте вторую пробовать. Вот как бы смотрите до. Видите, они у меня как растут, так и растут. Так, пробуем. Ух, ничего себе. Вау. Ну вообще. Теперь стричь надо. О, вот так. Вот так сейчас модно, да? Слушайте, класс. Мне очень нравится. Прям вот фиксируют как надо. Прям красота. Прям стоят-стоят.
Но совсем мы их, конечно, не будем ставить. И они прям застывают. Вот эту бровь сейчас трогаю. Они прям застывают. Но не видно мыла на брови. Какое у нас эхо хорошее в ванной сейчас. Блин, мне нравится, вообще классно. Супер. Застывает, да, вот застывает, не то, что прям в корку, но вообще вот не видно, смотрите, вообще не видно. То есть мыло на бровях не видно. Ой, я безумно рада. Ура, ура. Прям вообще класс. Это первое средство, которое так вот поставило мои брови, потому что у меня даже не то, что не фиксировали продукты, которые я вам перечислила, они их так даже не ставили изначально. Поэтому я очень рада. Смело могу рекомендовать. Причем продукт достаточно бюджетный. Вот у кого тоже проблемные брови, прям обязательно присмотритесь. Фокалюр. Вот такая вот коробочка. Вот так она выглядит. Класс. Они стоят. Супер. Я очень рада. Наконец-то ура, ура, нашла. Так, теперь что мы с вами будем пробовать? У нас еще осталась с вами маска Detox с углем от Гималаю. На самом деле очень интересный продукт, который я уже без вас потестировала. И что хочу сказать, есть некое какое-то сходство с маской Faberlic, которая черная вот такая. Почему? Потому что здесь возникает прям проблема ее смыть. Вот реально возникает проблема. И маска на лице оставаться не должна. Здесь у нас, смотрите, какой способ применения. Нанесите на влажную кожу лица, шеи, декольте, избегая области вокруг глаз, кончиками пальцев бережно помассируйте, а в течение 1 минуты затем смойте водой, промокните лицо полотенцем. То есть, по сути, это даже не маска, а умывашка. Я попробовала ее применять как маску. Что я вам могу сказать? Я очень долго ее смывала, очень, вот прям очень. Во-первых, она через несколько минут прям застывает в корку. Но эффект классный, конечно, лицо чистит. Поэтому нет, как маску не советую вам ее держать, как я долго, а лучше вот действительно применять так, как написано. Поэтому мы сейчас с вами смачиваем белье, но я в шоке от бровей прям вообще. И теперь такая бровястая буду. Я сейчас смачиваю лицо, и мы будем использовать ее именно как умывашку. Приступим. Брови заодно смоем. Причем она достаточно жиденькая, черненькая. Вот такая, прям представляете. У нее тоже очень интересный запах. Знаете, какой-то клеевой основы и резины. Вообще у всей этой линейки, что пенка с углем, вот что вот эта маска, очень интересный запах, красота. Представляете, я плотным слоем нанесла все это дело, оставила. Здесь никаких частичек нет. Это просто вот такая вот, не знаю, водянистая основа. Запах куталина мне вообще в первый раз показалось, когда я делала как маску. Такой вот специфический запах, такие вот какие-то природно-натуральные у этой серии. И смывать, конечно, ее лучше не спонжем, потому что его начали сразу либо выкидывать, либо стирать, а вот именно под краном, да, руками. Я спонжиком ее смывала, оттирала очень долго, потому что руками мне не получалось, она засохла. И сразу спонж в стирку. У меня такие многоразовые, мягенькие. Сейчас я делать этого уже не буду. Вообще чистит классно. Мне очень понравилось, что пенка, что вот эта масочка чистит прям вообще на ура, поры. Может быть, так природный уголь у нас пахнет, я не знаю. Вот минуту с вами помассировали, смываем, пока не начала застывать. Ну, вот так вот мне понравилось куда больше. И то, знаете, какой-то вот такой легкий выбеливающий от нее эффект. Хочется еще потом пройтись ватным диском, но я сейчас попробую, он чистый, нет. От нее вот есть действительно легкий выбеливающий эффект. И вот Т-зона, она прям чистейшая. У меня здесь расширенные поры довольно-таки. Она прям вот чистейшая, вообще классно. И немножко вот так вот слегка выбеливает, матирует. То есть лицо прям матированное, но не сказать, что какое-то сильно пересушенное. Вот вы видите, полностью матированное. Прям класс. Вот на лето буду пользоваться. Мне нравится вот эффект вот этой чистоты. Прям здорово. Класс. Так, что у нас с вами дальше? Дальше как раз мы сделаем сейчас одну тканевую масочку с вами, тоже Гималая. У нас сегодня такой обзор Гималая, но поразил, конечно, больше всех Фоколюр. Так, тканевая маска тоже очищающая, кстати, с нимом и экстрактом чайного дерева. Вот такая вот. Интересно, но здесь у нас все как обычно. Надеваем на 15 минут, входим, смотрим, что получится. Ой, как много сыворотки. Прям на... Ай, аж течет, на все тело хватит точно еще. Очень много прям. Течет, течет, течет. Везде и всюду. Сейчас посмотрим на лекала. Ну и на эффект. Очищающая тканевая маска, интересно. Так. Угу. Расправили.
Практически. Тоже как-то натуральненько пахнет. Травками какими-то, зеленым чаем, наверное. Большой лекал такой вроде пока сейчас. Посмотрим, хорошенькое. Но не сказать, что мне прям доходит до уха, но нормально, нормально. Хорошо сделана вот эта надгубная штучка. Прям широкая такая, а то у всех она такая узенькая. Прям широкая. Вот тут хочется разрезать, как обычно. Хотя нет, вроде и так неплохо прилегает. Разрезов на маске нет вообще, поэтому вот так будем делать. Так. Неплохое, слушайте, не, неплохое лекало. Достаточно удобное. Так, ну все, я хожу. На мой большой нос так не хватило. Я хожу 15 минут, потом вам все расскажу. Можно пока сывороткой обмазаться. Ну что, прошло 15 минут, снимаем масочку, смотрим, что у нас по факту. По факту еще даже влажненькое лицо. Смотрите, какой ровный тон. Слушайте, мне нравится. Хорошая масочка. Прям вообще красота. Очень даже неплохая. Угу. Прям увлажненная кожа, ровный тон. Даже, мне кажется, разгладилась. Хотя вот залом, конечно, один вот тут у меня остался от маски. А так, мне кажется, прям разгладилось. Вот мимически смотрю, прям красота и под глазками. Прям как-то свежу. Хотя у меня сейчас вечер глубокий уже. Нравится, нет, неплохо. Хорошая масочка, имеет место быть. Они достаточно бюджетные. Хорошенько. Прям здорово. Лицо до сих пор такое немножко выбеленное. Вам, мне кажется, не видно. Я вижу выбеленное от умывашки с углем. Прям почищенное капитально. Так, ну что, мы все с вами попробовали. На этом ролик буду заканчивать. Обязательно прям рекомендую к покупке, у кого проблемные брови, Фоколер, это прям теперь моя любовь любовная на каждодневной основе. Ссылочку, промокод на скидку 10%, все оставляю под роликом на рандеву. Всех люблю, целую, всем пока-пока.